Зрение – уникальный дар, данный нам от рождения. К сожалению, нарушение одного из главных органов чувств значительно снижает качество жизни. В клинике микрохирургии глаза на Луначарского 37А знают, как восстановить зрение. Здесь в максимально короткий срок вы сможете пройти диагностику на современном оборудовании, которое соответствует международным стандартам, и получить консультацию высококвалифицированных специалистов. Врачи высшей категории помогут решить любую проблему, в том числе и в области витриоретинальной хирургии. Это одно из самых передовых направлений в офтальмологии. Пришло новое оборудование для хирургии на заднем отрезке. Теперь мы можем здесь, в Серпухове, никуда не выезжая, делать операции на сетчатке, отслойки сетчатки, макулярные отверстия, диабеты и так далее, и так далее. Это самая сложнейшая хирургия, которая существует в офтальмологии. Все это доступно нам здесь. Кстати, у нас сейчас пришло ангио-ОКТ. Это аппарат, который бесконтактно может определять новообразованные сосуды на сетчатке. То есть в очень высоком разрешении ОКТ можно делать. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, осложнения при диабете. В клинике микрохирургии глаза лечат любую патологию. Специалисты подскажут, как улучшить остроту зрения, в том числе безоперационно скорректировать близорукость у детей и взрослых. Врачи высшей квалификации в лечении используют только современные методы. Один из них – ортокератология. Новейший метод, современный, позволяющий корректировать близорукость разной степени, начиная от 0,25 диоптрии, заканчивая 7 диоптриями, без астигматизма и с астигматизмом до минус 4 диоптриев. То есть мы с помощью ночных линз, так они еще называются, корректируем близорукость, миопию по-научному, у людей разных возрастов, начиная от 6 лет, заканчивая 60 годами. Ночные линзы гарантируют свободу движений, действий и общения, в первую очередь детям и подросткам. Очень часто дети, которые занимаются спортом профессионально, мы же не предложим им очки или дневные контактные линзы. Это неудобно, это травматично. Актуально для подростков, которым еще пока что по возрастной категории нельзя делать лазерную коррекцию. Основным преимуществом, пожалуй, этих линз является то, что они не просто корректируют нарушение рефракции у пациентов, но они и призваны остановить прогрессию близорукости, что очень важно, да, это в отличие от тех же дневных линз или ношения просто обычных очков. Важно знать, диагностику и полное обследование проводят в одном месте. В клинике микрохирургии глаза оказывают полный спектр услуг. Индивидуальный подход врачей поможет сделать правильный выбор и назначить метод лечения, который подходит именно вам. Например, ночные линзы. Например, приходит пациент с близорукостью в минус 5 диоптриев. Мы обследуем, проводим первичную диагностику, выявляем у него степень близорукости и по данным кератотопограммы сможем понять, подходит ему данный метод коррекции, то есть пациент одевает ночные линзы, соответственно, на ночь. Ночью они работают, выполняют свою функцию, утром пациент снимает линзы и весь день он видит хорошо. Здесь проводят и лазерную коррекцию зрения в режиме одного дня по передовым методикам. У пациентов клиники микрохирургии глаза на Луначарского 37А после лечения 100% зрение. Как доказательство, полный аквариум с очками, которые клиенты оставляют на ресепшене после операции. Профессионалы своего дела помогут вам посмотреть на мир другими глазами.